Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. В Москве 17 мая прошла церемония награждения премии Жара Мьюзик Awards. Ольга Бузова получила премию как транссеттер года. Не путать с трансгендером, иронично отметила блогер Алена Жигалова. Транссеттер – человек, предугадывающий новые ниши на рынке. Бузова в своей речи отметила, что ей не впервой выигрывать у мужчин. Ранее Нателла Крапивина высказалась об образе певицы Анны Асти на премии «Жара». Продюсер отметила, что артистка копирует ее бывшую подопечную Светлану Лободу. С вами был канал Ананас Ленд. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нам интересно ваше мнение. И нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.